Боже, боже, що робиться? Це ужас. Втроєм сидим. А що делать? Нету світу. Вчора з 12 ночі нету світу взагалі. Друзі, я вас вітаю. Зараз знаходжусь в одному з сіл Одеської області, куди сьогодні вночі прилетіли ракети російські окупанти. Запустили 7 снарядів, один вдалося збити силами протиповітряної оборони, а 6 потрапили в цивільні об'єкти, у школу, в будинок культури, у приватні будинки. Ось позаду мене можете бачити, як місцеві жителі лагодять дах, і така картина спостерігається майже по всьому селі. Зараз люди сидять без газу, без світла. Далі пропоную послухати, що мені розповіли місцеві жителі. Громко, страшно, очень. Осколков много. Такого мені раніше не було. Один раз прилітало, но такого страха прям не було, тому що і окна шевелились, і повилітало все. Сильно испугались? А как же, мы вдвое сидели. Конечно, спугали. Мы же не дурные, у нас деревья вот огромные, тяжелые есть. Ага. Это сделать нереально. Они с рельсы сошли. Ага. Сильно страшно. Первый раз страшно, но второй раз мы думали... Ну, прям прилетело над ухом. Думаешь, что самолет, а потом бац, сразу же. Так что у нас такие дела. Это долго будет и нудно или нет? Ну, а боитесь вы, вот, когда воздушная тревога, вы всегда спускаетесь о, вниз? О, мы такие, о, мы втроем, невестка, я и внук, бегом, а что ж, что, не бояться надо, как же? Это же для нас работают, берут эту самую тревогу, поднимают. Не, мы боялись, мы, и может, нас и спасло, если бы это упало на меня. Ну, и здесь мы, там продолжение есть, ну, там стекло просто, там стрёмно закрыть. Обычно запас где полуподвал. Подвал у нас еще под тем зданием. А это полуподвал. Так вы что? Здесь втроем, да, сидите? Втроем сидим. А что делать? Сидим вон. Такую хорошую сидушку сделала. Даже... Тихо. О, а это что упало? Это я тебе говорю, что Саш, тут попадает все сразу. А, надо что? Прибить. Блин. Так что все. Наверное, когда так. Вот, да, вы думаете, что где-то... Да не надо туда. Это же, да, это же наш... О, боже мой, боже. Как же, вот мне гвозди, что-то другое прикручивается. Они все ползут... Это, наверное, когда так... Волна такая... Свет есть у вас или нет? Нету света. Вчера с 12 ночи нету света вообще. Ни света и газа нету у людей, все. Так что сидим, ждем. Вечора я лягла, бо поливаю баштан на городі, тачкою возю бутилки. Чую, не спала довго, тут у залі сплю. Чую, що бах десь, бахнуло. Потім другий раз проснулася, в мене на столі стоїть стекляна поставка і графин без води і фужер. Пішла вон, ти скотина, йди. Я це, пішла вон. Я чую, аж затарабанило це. Я проснулася, такий вибух сильний, сіла на дивані і сидю. Сидю, машини літають туди-сюди, як йде отут, оці два вікна, той просвічується, назад тільки то. Боже, я так злякалась, потім сидю. Сидю, не виходжу на двір, нічого. Коли сусідки розвертаються скоро, і мені видно по фарами цими посвітами, я глянула через жалюзі, горить хата, видно, в сусідки. Я думаю, піду, може, хоч щось поможу, бо з паличкою. Мені вже з 8 января 88-й год пішов. Я думаю, піду, хоч може, чи заберу їх до себе, чи щось поможу. Ні, ми перестала, а вона говорить, що це скоро розверталося, бо запуталася. І цей. Утром встаю, двері були закриті на два рази. Двері відкриті, отак, у веранді, а в кухні літньої відкриті старі ще двері дерев'яні. Одне стекло вивернуло вверх, як штаб, яким немає, та тільки вверху. Вивернула і геть і шторку сюди, так я й не поправляла. А у 22 минути второго внук дзвонить із города. Бабуля, ти жива? Я говорю, жива.
А телефон, що-то тихо, що він порядочно говорив, я не хочу його перебивати, тільки каже, там горить. Ну, спокійної ночі, бабушка, віддихай, я думаю, да, спокійна ніч. Ну, потім вже так я й не спала, а потім десь у часа три ще дивилась на телефон, подивлюся время і перевертаю на ту беретку коло мене. І я, щоб а у вас ж тут немає сирен, так? Га? Сирен немає у вас. Не, я не чула сирену. Світу не було, а я не чула сирени. Бачу, я, видно, не спала довго і цей. А укриття у вас є якесь? Підвал? Нема. В погрібі вода, і він ще з 58-го року зроблений, оці камні такі. О. Тобто ви в будинку ховаєтесь? Я й не ховаюсь нікуди. Внук мені казав, бабушка, ти падай на землю, щоб лежати, може, пошкрябає тебе тільки. А я й не ховаюсь. Що, я вже думаю, ту війну прожила. Ну, такої війни не було, як оце нещастя. Нас окуїрували Березовського району Колосовку. Там був батьківський дім, і там ми знаходилися. Ну, а це прямо фашисти настоящі. Там, і диви, я так і не поправляла, це синтрик. Ось, бачиш, вивернула трохи, тут не дали гвоздички потрогати і занавісочку. Га? Боже, Боже, що робиться, то ужас. В районі 12 часов ночі було 6 прильотів. Три где-то вдали ударило, пошатало так немножко дом. И три прилета было, это вот район школа, ДК, и где-то попало еще в частные дома. Вот. После последствий ударов прикрывал ребенка тут своим телом, вот, чтобы, ну не дай бог. После последствий у нас на втором этаже посыпались окна, двери, дверь входную, вот эту вот. Ее просто вырвало, я ее сейчас просто заложил, то есть она сейчас не функционирует. Мы ходим через задний двор. Вот. Все сетки, все посыпалось. На третьем этаже тоже там посыпалось стекло. Вот. На втором этаже проходная вырвала тоже дверь. Посыпались там картины, ну такое, как бы по мелочи. Немножко штукатурки, и так, слава богу, более-менее это, ну, терпимо. Есть какое-то укрытие у вас? Укрытия нет. Ни подвала, укрытие, ничего? Это мы стоим, мы вот, у нас две несущие стены. И вот мы в этой комнате. И вот этой комнате. Угу. Вот это две комнаты, которые самые так, ну, более-менее безопасны. Ребенку сколько лет? 2 года будет, в августе. То есть постоянно, когда воздушная тревога накрывается? Когда воздушная тревога, мы можем находиться и здесь, и там. То есть, ну, вчера просто чуть не повезло. Слава богу, что ребенок вчера нагулялся. Хорошенько так часиков погулял, и она просто уснула. Угу. Вот, и спала себе крепким сном, и ничего не слышала, то есть даже не вздрогнула. Последний раз, когда были такие обстрелы? Последний раз, это где-то неделю назад, но это было где-то не в поле, Березань, где-то не там, трошки промазали. Вот. Было сюда слышно тоже, ну, такое. Что терпение. Говорят односельчане? Знаем, что 6 пострадавших, один за ребенок. За пострадавших не знаю. Ничего не могу сказать, потому что, ну, никуда не выходил, ничего. Интернет после взрыва, интернет пропал, сеть пропала. То есть, света нет, газа. Света, да? Газа, ничего нету, да. Вообще, ну, никакой коммуникации нету. Вот. Все пропало. Я, ну, никуда не выходил, пока жена не приехала утром с работы домой. Вот сейчас она с ребенком, поэтому я вот вышел. Mm-hmm. Получается, как-то так. Ничего-то как, ну, пока что ничего не слышал. Вот видно, что люди ремонтируют свои крыши. Вот сходил к родителям, у них тоже крыша пострадала. Пострадали окна, батареи там посносило пару штук. Ну, терпимо. Главное, что живы. Вот. Люди сейчас на данный момент ремонтируют. Здесь соседи ремонтируют крышу, там соседи ремонтируют крышу, там окна ремонтируют. Там что-то тоже лепят. То ли пленку, то ли USB, что-то такое.